Повтори. Чаби Бани. Чупа-чупс. Ну и серьезно, Чаби Бани. Чаби Бани. А если я по-русски плохо понимаю? Я сейчас сразу скажу, что с этого момента редактирования не будет никакого, чтобы вы не думали, что там подвох какой-то. Все будет честно. Так, давай, значит. Гарантия. Вот. Вася. Ой. Подумай, это мое богатство. Упала. Так, ладно. Еще не пойму. Лёш, подожди, сейчас я тебе все отдам. Очень приятный запах, состав более-менее натуральный, пальмовое масло, репейное масло, рапсовое. Мне очень нравится. Мне очень нравится эта маска, безумно я довольна. Вот именно от Натуры Сибирика маска для меня, это, наверное... Я всех вас обожаю и с удовольствием всем отвечаю. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Итак, всем приветик. Блядь, чем я слюни текут сразу? Всем привет, меня зовут Инна. Надеюсь, вы... Я просто в восторге. Спасибо тебе огромное. Лёш, не шуми. Следующая Женя мне прислала вот такой вот блеск. Следующая Женя мне прислала вот такую вот тоже белорусскую тушь для... Да, 3-2-1. Всем привет. Сегодня мы решили... Нет. Как это не мы? Я же не должна сказать, что это мы, да? Изначально. Да, давай, Бога. Нет, вернись, я так не могу диалог построить, потому что я... А вот и я. Усталость тонизирует, дает ногам ощущение легкости. Так, значит, вот... Илюш, не шатай, ну не шатай, отойди. Илюш. Крем. Всем привет! С вами... Всем привет! Меня зовут... Единственное, правила такие. Можно, естественно, можно помогать. То есть, ну вот как-то так... Сегодня вот прошел мой день. Нет. Сегодня я вам покажу свои покупки за месяц май. Их было не так уж много, но, как обычно, они все нужные и... Нет, сейчас. Сейчас-то. Всем привет! Сегодня я покажу вам... Мама. Мама. Чаби Бани. Нет. Здесь вот обозначены оттенки, то есть три цвета. У каждого у них новые названия. Илюша, неси мне тетрадку. Да. Тетрадку принеси. Да. Где тетрадка? Пойдем возьмем. Пошла на мой сейчас. Я потом отредактирую это сейчас. А ты забудешь. Да ты что? Так, ладно. Я сейчас буду говорить, а потом... Можно на бутылку с собой? Так. Блин, такая рожа у тебя. Ладно, все. Ну, давай я поеду. Сейчас.
Свет плохо, да, не падает? А. Вкусно. Водки, водки. Вот. Аптечного тоже. Вот. Свет погас. Лето, она прекрасная, самое то. Не ощущается на коже. Легкая очень. В жару ее носила. Вообще легкость на лице. Я просто не замечаю никак. Илюш, дойди. Сейчас нажми. Вот, смотри, как увидишь. Иллюминайз, иллюмината, иллюминайзер. Так вот, что-то такое вот. Значит, так, это уже... Начну такое, скажу. Девочки, всем привет! Ну вот и все, пришел от прошу. Значит, на самом деле, значит, вы являетесь хозяином функции. Вот такие вот акценты. Сегодня я расскажу вам о, как обещала, о... Тонизирует и очищает. Значит, смотрите, вот профилактика воспалений, устраняет угревую сыпь. А, нет, здесь, извините, написано, не содержит спирт, устраняет угревую сыпь, не закупоривает поры, не сушит, тонизирует. Вот такой вот. Что хочу сказать. Стоил он... Вот у меня даже здесь вот, вот настрой. Сейчас вы открыли видео, я здесь буду, да, о больни... Ну, Илюш. Кошмар вообще. Не знаю. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Всем пока!